Привет, друзья! Сегодня я совершу свою пробежку по прекрасному городу на юге Германии. Сан-Георген или Сент-Джордж. Кто как называет, а если говорить на нашем, то Святой Георгий. Этот прекрасный город находится всего в 3 минутах от Фрайбурга. Я вышла из квартиры во Фрайбурге, перебежала через маленький мостик и уже оказалась здесь. Не буду вдаваться в историю города, это вы прочитаете на Википедии. Я расскажу о своих эмоциях. Я была в полном восторге. Буря эмоций от этого горного города. Он сочетает в себе красивейшую природу, нереальные пейзажи, как в книге с картинки, и современность. Тут и электромобили на зарядке у домиков, и виноградники, и семейные фермы. К слову, я в этот город стала бегать постоянно, потому что остановиться невозможно. Это, пожалуй, один из самых красивых городов, что я видела. Не зря этот город носит прозвище «Солнечный горный городок». Ну а если вы с детьми, то вбейте на карте слово «Шпилплац». Это означает «детская площадка». Их здесь много, и они великолепны, и понравятся детям разных возрастов, а также вам. Рядом с детскими площадками в августе можно спокойно покушать черешню, персики, сливу, яблоки. Либо бесплатно, либо за символическую плату. Смотрите отдельное видео по детским площадкам во Фрайбурге и окрестностях. Жаль, что невозможно передать всю красоту этого города через видео. Я думаю, что сюда стоит приехать не только ради туризма, но и чтобы остаться жить здесь. Я бы здесь однозначно купила дом или квартиру. Кстати, видела, тут строятся новые дома. А еще тут можно купить вино у местных производителей и мед. Сейчас на этом видео мало людей, потому что это утро буднего дня и температура воздуха плюс 35. Вечером тут открыты ресторанчики и кафе, где много местных и туристов. Если есть вопросы, то пишите в комментариях, а пока давайте насладимся этим прекрасным городом вместе.